Коль, мы собрались сегодня вот посмотреть две работы. Вот хотела бы представить вам сначала документальный фильм об Игоре Александровиче Столетове, об академике архитектуры, о почетном гражданине города, жителя города Суздаля и Владимирской области, города Владимира, которого не стало уже 3,5 года, как. И этот фильм, портрет мы снимали при его жизни. Игорь Александрович много для меня сделал, это один из самых близких друзей был для меня, и такой учитель, можно сказать, учитель жизни, друг. К нему всегда можно было обратиться за советом, за поддержкой и за участием, за каким-то очень мудрым, глубоким, настоящим, подлинным словом.